Won't you spare me over till another year? Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь, ну, обитает какое-то зло, в буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Я что-то видел. Какую-то старуху, полоумную, ровесницу динозавров. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь. Я знаю, просто... Так, погодите, окей? Этот корабль не просто жуткий, а какой-то совсем уж жуткий. Сечете мысль? Тут явно что-то происходит. Что мы знаем наверняка? В чем уверены? Я долбанулась, или это корабль-призрак? Ну, типа корабли-призраки существуют, и мы как раз на таком, и нам теперь всем хана. Вот и я хотел сказать. Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. Мы нашли запись, что несколько человек чего-то испугались и пытались откосить от дежурства. Мы нашли упоминание об этом. У них тут дошло до установки дежурств, чтобы следить за всякой типа нечистью. Без успеха. Что здесь произошло на самом деле? Этот корабль — сплошная загадка. Газета была от 47-го года. Корабль попал в какой-то страшный шторм. Об этом есть подробная запись в судовом журнале. Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь. Всякая жуть. Я хотел сказать, что я тут постоянно как на измене. Ну да. В общем, только что и сказал. Или в голове сказал. А, черт. Видели золото? Что-нибудь? Маньчжурское золото никакое не золото. Это жуткие химикаты. Растеклись во втором отсеке трюма. Да, наши друзья-рыбаки тоже едва ли ожидали чего-то подобного. А вот такой сюрприз. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться.